Поволжский банк Сбербанка России подписал соглашение о сотрудничестве с Самарским университетом и презентовал вузу уникальную коллекцию книг библиотеки Сбербанка. Банкиры уверены, что переданные издания станут источником ценных знаний для студентов и помогут им стать успешными людьми. Спасибо. Вместе мы сделаем очень много. Символично, что соглашение между крупнейшим банком страны и ведущим университетом Самары подписано в День студентов. Работа с молодежью – одно из ключевых направлений кадровой политики банка. В чем интерес корпорации в сотрудничестве с ведущими вузами? Прежде всего, это квалифицированные, хорошо подготовленные кадры. Это обновление нашего кадрового потенциала, совершенствование его. Потому что выпускники Национального исследовательского института имени Королева – это, наверное, одни из самых подготовленных, одни из самых лучших студентов, которых мы с удовольствием принимаем к себе не только на практику, но и в ряды наших работников. Достойное место в библиотеке Самарского университета займет уникальная коллекция книг Сбербанка. Это собрание актуальной бизнес-литературы ведущих авторов мира. В ее составе книги по лидерству, развитию личности и эмоциональному интеллекту, построению команды и работе с клиентами, рассказы о лучших практиках менеджмента и современных технологиях. Сегодня серия насчитывает 70 книг. Мы говорим все время об учении через исследования, через опыт предыдущих поколений, которые что-то сделали, достигли. Вот здесь как раз, это, я понимаю, опыт собран, и он будет полезен. Книги, к слову, представлены как в печатном виде, так и в электронных форматах для чтения на планшетах и смартфонах. Так что стоять в очереди в университетскую библиотеку студентам не придется. Кто бы что ни говорил, но книги по-прежнему актуальны. Развиваться с помощью книг по-прежнему модно и интересно. Поэтому это бесценный подарок, тем более такая коллекция. В Самаре обладателями коллекции стали 4 университета. Всего в Татьянин день такой подарок получили 150 лучших вузов по всей стране. Алена Алешина, Дмитрий Столяров. Новости губернии.